Всем привет, дорогие друзья, с вами Наталья, и вы на моем канале «Семейные секретики». Сегодня хочу вам предложить необычный рецепт. Это очень красивое и очень вкусное хе из крабовых палочек. Итак, крабовые палочки нарезаем тонкими дольками и складываем в салатники. Далее добавляем 1 столовую ложку лимонного сока. Если лимонного сока нет, то можно заменить яблочным уксусом или простым. Главное, чтобы он не был сильно кислым. Все аккуратно перемешиваем и добавляем немного паприки. И также все аккуратно перемешиваем. Затем я выдавливаю чесночок. Количество каждый может определить сам. Сверху сыплю перец молотый и специи для корейской морковки. И это все я не перемешиваю. Отдельно заранее нарезаю укропчик. Мне кажется, для этого салата подходит именно эта зелень. На сковороде разогреваю немного растительного масла и обжариваю на ней лук и морковку до мягкого состояния. Пережаривать нельзя, тогда салат получится не очень красивым и, естественно, невкусным. Кипящими овощами заливаю наш будущий салат и аккуратненько перемешиваю. Затем салатику нужно дать немного настояться, хотя бы минут 20-30. Ну а теперь выкладываем салатик на порционную тарелочку и украшаем зеленью. Вау, как вкусно! Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Все эти действия помогают мне в развитии канала. Ну а я желаю вам всех благ и крепкого здоровья. Готовьте с любовью. Приятного вам аппетита!